Парень в миротворец, Баликджан, вон сесть. А чё ж ты до конца не поставил весь ролик? А? Чё ты обрезаешь по-дашнакски? То, что тебе выгодно. Это то, что ты выставил, это для дилетанта, понимаешь? Тот, кто не знает всего, чего вы натворили. Именно дашнаки. Сколько людей вы сделали несчастными? Сколько людей из-за вас покончили жизнь самоубийством? Армянской же национальности. Спились, скололись. Кто-то, да, кто-то поднялся. Да, это революция, переворот. Она всегда одних опускает, других поднимает. Лично моя мать, чистокровная армянка, понимаешь, она вас ненавидела, дашнаков, и проклинала вас. И карабахских ишаков. Понимаешь, она чистокровная армянка была. И я никакой ненависти не испытываю к народу. Я к дашнакам опять тебе говорю. Там, может, я поставил, потому что злюсь теперь уже на всех вас. Ну, исключая, конечно, вот я вижу там несчастных, обреченных женщин в этих полуразрушенных общежитиях, которые живут бакинки, армянки. Я в Ереване бывал здесь несколько раз, я вас видел, я с вашей мордой нутром столкнулся. Вы всегда азербайджанцев называли турками, это вы, понимаешь? Это еще было давно. И теперь я начинаю понимать, что и в Турции это было, это по вашей вине все получилось. Это вы были инициаторами всего, понимаешь? А не турки. Турки жили с вами тихо, мирно, и вдруг в один прекрасный день они встали и начали говорить, нет, причинно-следственная связь, понимаешь? Поэтому не ври. И зубник, так говорят в верхнем волочке, понимаешь? Зубник. Была профессия такая, зубной врач, давным-давно, до, по-моему, 80-х годов, да, зубоврачебные школы были. Там учились 4 года, и закончив это учреждение, как ты говоришь, зубник, не зубник, а зубной врач, он имел право только заниматься терапевтической стоматологией и, по-моему, ортопедической, но он не имел права заниматься хирургией. А стоматолог – это врач широкого профиля, который, обучаясь в институте, у нас там, а здесь в Dental School, то есть он проходит все науки. У нас, по крайней мере, проходили и акушерство, и гинекологию, и внутренние болезни, оперативную хирургию, микробиологию и так далее. Так что почитай немножко. И нехера тут, понимаешь, искажать факты. Там я где-то поставил лайк, может быть. Я тебе говорю, у меня мать армянка. Я деда и бабушку своих армян перезахоронил в Баку. Поехал, тоже рисковал, конечно. И те, кто около меня были, немножко рисковали. Но было дано добро человека одного. И все это было сделано. А это по вашей вине, твари. Там были разрушенные могилы. И моего деда памятник тоже был разрушен. Это по вашей вине, твари. Он же стоял, когда все было нормально, никто его не трогал. Это по вашей вине первые кафанские беженцы прибыли в Азербайджан. И я уже рассказывал, как я встречался с парнем, полуармянином, полуазербайджанцем. Отец армянин был, но рано ушел из семьи. А мама азербайджанка. Как они шли через перевал, как они обмораживали ноги, ели там, не знаю, из шишек семена, там ягоды какие-то, листья. Ты что мне будешь тут гнать, когда я сам был свидетелем? И был свидетелем, что творилось у вас в Степанакерте, когда в регистратуре девочка Карина, Кара, сказала, что скоро над Степанакертом подолетит армянский космонавт. И когда американский армянский космонавт, когда будет подолетать на Карабахом, он будет кричать «Джан Карабах». На отцах тогда не говорила почему-то. Она говорит «Джан Карабах, Джан Карабах». Потому что отца... А я тогда не придал этому значения, но как-то меня это смутило.
Я не понял, что это такое. Где американский космоастронавт и где Карабах? И он будет кричать «Джан Карабах». Ну а потом все стало на свои места и стало ясно. Так что это вы причина всего, всех бед. Те обиженники, которые что-то потеряли, там, может, кого-то убили, да, я ничего не говорю. Конечно, у них будет, наверное, злость. Но если трезвый, хорошо, я... Бабушка, дедушка ушли раньше этих событий. Я не знаю, может быть, если бы с ними что-то случилось бы, а, наверное, я совсем по-другому, может быть, я бы вообще, наверное, ничего не говорил. Хотя мой близкий друг говорит, нет, ты все равно был бы такого же мнения. Так что вот, омотай себе на ус, понял? Дашнаки есть дашнаки. Пропаганда. А в Азербайджане никто никогда не пропагандировал своих, скажем, национальных каких-то героев. Ну, может быть, эти, да, были Бабек там, я не знаю, там, Чороглу, но это не было воздвинуто, так скажем, на такой уровень, что промывались мозги, да, как американцы говорят, brainwash, каждому индивидууму. А у вас это с кровью матери, на самом деле, там, в Армении. Что турк враг, турки, 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 турки. Это всегда у вас было. Мерси, на спасибо и турки враги. Я увидел, да, ваше лицо в Эчмиадине. Я увидел, когда слепые дети, все, и никто, ни одна сука не пришла, не пригласила к себе домой. Может, у них тоже было холодно, но было уютнее бы, да? То есть, если каждый взял бы по одному человеку к себе. А где ваша тогда армянская солидарность была? А? Бедность старик слепой, ветеран войны, сидел вот в этом, в холодном. Я не буду все рассказывать до конца, кто пришел, кого забрал. Так что вот так, понял? Я не против всего народа, против дашнаков, опять-таки, я тебе говорю. А многие озлобились, да, и... Но есть люди, которые придерживаются моего мнения и точки зрения, но они не хотят говорить, боятся. Я не боюсь, я положил на вас. Идите, приезжайте сюда, я вас встречу достойно. Я вам сказал, я в Неваде. Идите, найдите, жопа есть. Там же был у вас Туркусос, Туркусос, как его зовут? Он говорит, я через Ласис Департмент закрою ваш офис. Алла, придешь, отсосешь. Извините, что ты можешь только сделать? Давай, ладно, иди, больше времени нету. Сихтит.